Таким стал этот понедельник, 8 июля. Далее полезная информация. До встречи в эфире. Жители Чебоксар серфят в интернете больше, чем жители Пензы, но меньше саратовчан. Мы в тройке российских лидеров по использованию интернет-трафика. 14 гигабайт. Столько в среднем за месяц качает один абонент Теле2 в Чувашии. Для больших объемов нужны высокие скорости. Поэтому оператор активно развивает в республике сеть четвертого поколения. У меня обычный современный телефон, который работает на сети ЛТЕ. То есть на самой высокой скорости интернета. Обычно пользуетесь соцсетями или смотрю видео, фильмы. Давно уже на этом операторе меня все устраивает. Ничего не подтормаживает. Скорость интернета тоже мне нравится. Скоростной 4G от Теле2 сегодня стабильно работает и в центре республики, и в отдаленных селах и деревнях. Сеть покрывает территорию, где живет 92% населения. Поэтому ловить быстрый интернет смартфон будет и в городе, и на даче. Кстати, о тех, кто предпочитает отдыхать за пределами республики, оператор тоже позаботился. Наши клиенты из Чувашии много путешествуют, особенно летом. И нам важно, чтобы им было комфортно не только дома, но и в поездках. Именно поэтому мы отменили плату за первый день пользования мобильным интернетом в международном роуминге. На нашем самом популярном тарифном плане «Мой онлайн плюс». Мы понимаем, что первый день в чужой стране очень сложный, и мы помогаем нашим клиентам быстро связаться с гидом, вызвать такси, посмотреть на карту и быстро сориентироваться в городе. А если мобильный интернет нужен на все время поездки, можно подключить услугу «Безлимитный интернет за границей» или перейти на тарифный план «Премиум». С ним эта опция будет работать бесплатно. По данным Теле2, самыми популярными зарубежными направлениями у жителей Чувашии в этом году стали Турция и Беларусь, а число абонентов, использующих услуги роуминга, выросло в несколько раз.